Новая платформа для развития межбанковской сферы. Денежно-кредитное управление Сингапура заключило договор с консалтинговой компанией по менеджменту бизнес-процессов Accenture о создании платформы для межбанковских платежей. За последнее время МАС приняла участие в разработке двух платформ, основанных на технологии блокчейн. Corda в партнерстве с R3 и Quorum с JP Morgan. Директор Accenture Дэвид Трейд подчеркнул, проект делает большой шаг вперед, доказывая ценность и потенциал технологии распределенного реестра, а также ее способность трансформировать различные отрасли.